надо, что ли? А? У меня съемка запрещена здесь. А вот это не так. А у меня запрещена. Вот человек все пристроит. Да. Преступление совершают, да? Да. Они вас задерживают, правильно? Я вам помочь хочу. Ну что, они вас не могут задерживать? Я виноват. Мы ждем сотрудников. А вы не имеете права задерживать, какая разница? Ну не важно, ладно. Идите дальше, не волнуйтесь. Нет. Без билета, без билета, молодой человек. Какая разница? Вы сейчас преступление совершаете. Какая разница? Административное правонарушение. И что? Вы... И что? Оно не предусматривает административное задержание. А? Ну и что? Нет. Нет. А он где-то изменит. И что? И что теперь? А мы имеем право его туда. Они не имеют права тебя. Ну можешь уйти туда, можешь уйти туда. Ну и все. Чего ты стоишь-то? Ну, потому что я не прав. Ну и что? Ну ты административку совершил, они уголовное преступление совершают. Уголовное? Да. 286-я, часть 3. От 3 до 10. Молодец. Нормально? Ну. Как вы к нему, так и он к вам. Нормально, молодой. Вы вот этого больше хотите у нас в стране было производить? Да. Я не, да? Про, я не за безбилетный проезд. Вы снимать тоже не имеете права. Ничего, мы снимаем его, выложите. А вы имеете, да? Да. О, выложите еще. А у нас, да? Камера, молодой человек. А у нас тоже. Рабочий. 527. 527. Отлично. Иди уже. 527. Иди, что ли, дома, молодой человек. И девушки с вами не демографию снимаем. А нагрудный знак можно вас увидеть? Да. Можно? Я вас не задерживала. А как говорится, вы не имеете права все равно никого задерживать. А я вас не задерживала. А и что? Ладно, хорошо, будет стоять. Открывайте нагрудный знак. Ни капельки. А где тут будет безопасность? Здесь. Где? И мы вас тут безопасность. Давайте, давайте. Выбрать. А можете полицию пригласить, пожалуйста? Они могут пригласить. Сейчас подойдут. Угу. Они сейчас подойдут. Отлично. Добрый день.
То, что трогать другого человека руками нельзя. А мы не трогали, остановили его, чтобы он предъявил проездной билет. Все, ладно, хорошо. А не паровозик ушел. Хорошо. О, здравствуйте, полицейский. Здравствуйте. Я к вам обращение. Ну, кому я его делаю обращение? Вы обращаетесь, когда? Ну, вы представьте сначала. Вот с этого и надо было начинать. Вот. Старший сержант Селиванов. Селиванов. Смотрите, вот данные гражданки на моих глазах только что под видеосъемку. Серьезно? Пойдемте вам покажу. Серьезно? Пойдемте вам покажу. Что вы покажете? Подождите, давайте я вам сейчас заявление сделаю. Видеосъемка запрещена. Где? В метро. Я журналист, и сейчас 4-я, 29-я статьи Конституции позволяет мне снимать в любом общественном месте. Метро, это общественное место. Вы сначала обращение у меня примите, потом уже показывайте. Какое, что мы снимали вас? Да, что? Мы имеем право. Пойдемте вам покажу, что съемка метро. Что вы мне покажете? Что вы мне покажете? Приказ. Приказ какой? А он на меня распространяется? На все гражданские. Серьезно? Это с чего бы это? Селиванов, у вас какое образование? Это не ваше дело. Не мое? Ну ладно, тогда принимайте обращение, и потом уже будем с вами разбираться. По поводу совершенного вами преступления. Какого? Превышение должностных полномочий. Каких? Должностных. Каких? Объясните. Должностных. Каких? Они имеют право задерживать граждан? Если безбилетный пассажир, да. Без билета прошли. Понятно. Кто-нибудь грамотно есть у вас? Без билета прошли. Кто-нибудь грамотно есть? Билет прошли. Нет, я стал свидетелем того, как они силой удерживают гражданина, да, пока, лишая его свободы. Пока мы вызвали полицию, пока полиция не подошел, но его удержала. Но он все сбил по пути, убежал от нас. Примите у меня заявление и закончимся. Какое заявление? Идите, пишите. Как писать будет, а? Идете писать. Комната полиции? Пойдем. Тоже он говорит такое, что видишь. Им нравится? А им нравится людей хватать? Не работает. Задерживать, да? Не серьезно? А как они для этого вы нужны? Ну а как? Никак. Ну так нужно их снять, поднять на зарплату, чтобы мы этим занимались. Ну, согласен. Абсолютно. Я тоже за. Стой, черт! Ну это я думаю. Орган дознания или следователи разберутся, которые будут проводить проверку по данному факту? Не будут, да? По заявлению граждан у нас не проводится проверка, да? Ну вот. Я думаю, даже на заявление тянем. На заявление тянем.
Чем? Я вам говорю, либо не против. Ну, вы сошлитесь на закон? Откуда я знаю, куда вы потом на книгу выкладываете? А вы что-то противоправное хотите делать? Нет. Тогда чего вам боитесь? Что там будет противоправное? И сам на себя доказательства снимать? Ну ерунда, потому что занимаетесь. А ну, каждый раз там новое видео будешь. Может, вы будете каким-нибудь там террористом это видео выкладывать. И что, теперь что, не по СП не видели? И подробную инструкцию дадите. Как вы? А может быть вы. Хорошо, давайте тогда здесь напишем, где можно снимать, по-вашему. Ну, ладно, дежурную часть позвоню для начала. Ну, вы примите меня обращение, не звоните. Сейчас я дежурную часть позвоню, и вы поедете на профсоюзную 59 писать заявление. Хорошо. А зачем дежурную часть звонить? Тогда я сам могу съездить, в принципе. Вы просто на себя еще заявление получите, и все. Сейчас я позвоню, скажу, что такой документ ваш может. Я вам устно скажу свои данные. Что? Я вам устно скажу свои данные. Так, еще раз. Что произошло? Еще раз. Я стал свидетелем того, как две вот эти женщины задерживают молодого человека, применяя к нему физическую силу, причиняя ему физическую боль. Там куча свидетелей. Где? Камеры видеонаблюдения. Есть видеозапись камеры с моей. Ну как вы физическую силу причиняете? Ну вы как людей задерживаете обычно? Смотря кого. Хватали за руки, не давали ему пройти. В каком состоянии нас находится? Если другими средствами задержать, то не представляется возможно? А спецсредства они не применяют. Руками задерживаете, применяя физическую силу. Нет, вот так вот, вдвоем зажали, прижали к стене. Там все по-взрослому было. В любом случае они не имеют права это где-то 18:10. 18:10. Какой квартирный счет? 77. 6, а они не уточнили, в КУСП они вносили, да? Номер КУСП? Не уточнили. Ну я могу в принципе позвонить и уточнить, да? Правильно? То есть они снимут запись с камеры, будет проведена проверка, все как положено, да? Если все. Данные подтвердятся,
Все, спасибо, всего доброго. До свидания.